фигня. Это может быть все, что угодно, но ничего хорошего. Эй, прекрати. А вот наш пропуск в мир духов. На сегодня хватит с меня кошмаров. Предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас. Развлекайтесь. Стив, ты можешь! Остановитесь! Джессика! Господи! Господи! Черт! У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Плохо дело. Совсем плохо. Да, почему бы мне не оказаться в самом жутком месте на Земле? Ну...
другое дело. Странно. Их всех просто выгнали. Ты смотри. Загадка Блэквудской горы.
Хрена себе. Гадость. Надо же прятать от журналистов этот райский уголок. Этим как... Да уж, чем дальше, тем лучше.
Мерзость! Жесть какая! Так, ну-ка посмотрим. Уютная кроватка нашего психа. Здесь я уже был. Я неплох. Хотя, смотря на чей вкус. Ой. Неудачно выразился. Вот кто курит. Сытые и довольные. Отлично. Так, и что тут у нас?
конечно, заперто. Ладно. Заперто! Кто это сделал? Что-то тут очень-очень мутное сегодня творится. Неужели Джош погиб? Неужели он умер так? А что, если они ошиблись? Что? Может, надо было заглянуть в сарай, чтобы убедиться? Не знаю. Есть вещи, которые увидишь и потом никогда не развидишь. Да, наверное, но что-то необходимо увидеть своими глазами. Лучше поверю на слово. Смотри! Топор! Топор — это хорошо. Тут заперто! Ну что смотришь? Ломай дверь! Да ты что? Начнем ломать дверь, маньяк услышит. У тебя есть идеи получше? Нету. А если... Смотри! Что? Окно! Отлично, Мэтт. Я как раз могу просунуть в эту щель свою помаду. Не, серьезно? Ты туда не протиснешься, здоровяк. Так, ладно. Была не была. Сейчас... Как... Просто руби! Вообще творится. Наверняка это тот чувак, который добрался до Криса и Эши и Джоша. Он знал, что это единственный путь назад. Не пугай меня. Ты посмотри, где теперь вагончик. Но это не так уж и далеко, да? Ты сможешь допрыгнуть? Я, конечно, крут, но не настолько. Хотя, почти. Но, Мэтт, если допрыгнуть ты не сможешь, что делать? Я не знаю. Он тут прям все в клочья разнес. Думаю, он прекрасно знал, что делает. Смотри, пожарная вышка. Эй, Магеллан, может нам все-таки запустить фуникулер и отчалить, а? Очень мило. Не в моем вкусе. Отлично. Без ключей не уехать. Так что мы опять ни с чем. Есть же еще пожарная вышка, помнишь, на той карте? Ну... Можно попробовать? Может, там есть радиостанция или телефон. Что-то должно быть. Да, наверное. Нам нужна радиосвязь. Да. Найдем радиостанцию, позовем на помощь. Кто-то должен услышать наш сигнал. О, смотри-ка, кто-то учится играть по правилам. А? Каким правилам?
Правило 1. Эмили всегда права. Правило 2. Что бы ни происходило, Эмили всегда права. Ну-ну. Что ты задумала? Пытаюсь вытащить нас отсюда, тупица. Жива? Ага. Спасибо. Может, тебе лучше пойти первым, подстраховать меня? Так. Так, осторожно. Так. Ладно, сейчас. О, Господи. Почти. Почти. Что-то мне как-то дурно. Не смотри вниз. О. Так. Так. Слава богу, что все закончилось. Вот уж точно. А если оно не работает? Что? Ну, радио. Работает. Но если вдруг нет, что будем делать? Может... нам просто спуститься? Спуститься куда? С горы. Ты это серьезно? А что такого? Она же, типа, не в небе парит. Ха, без разницы, там же нифига не видно. Ну, может и не придется. Думаешь, этот психопат утром возьмет и убежит? Нет. Но может найти укромное местечко и затаиться, переждать. А утром уже будем думать, что делать дальше. Если только не в доме прятаться. Он ожидает, что туда мы и пойдем. Тут нужно осторожней. Да, Мэтт, я бы предпочла провести вечер, не сорвавшись с обледенелой скалы прямо в пропасть. Мэтт, что это? А, не знаю. Господи, боже! Ребят!
там делаете? Пугать пришли. Так. Сад, одежду сперли. Тот, кто это сделал, пусть не ждет от меня подарка на Рождество. Не смешно вообще. Понятно вам? Крис? Джош? Не поняла. Если вы хотели меня напугать, радуйтесь, вам удалось. Куда вы все делись? Ого, как странно. Ребята, с меня хватит! Слышите? Меня этот ваш игнор совершенно не устраивает! Привет, Саманта. Меня ищешь? Ищи, не ищи. Это не поможет тебе, Саманта. Ты увидишь только то, что я захочу. А мне есть что показать. Что происходит? Открой глазки. О, Господи! Она красивая, правда? Что она делает? Как? Вот как? Птичка купается. Зачем? Но знает ли она, что ждет ее впереди? Что это были последние счастливые мгновения ее Зачем жизни? Зачем ты мне это показываешь? Зачем ты смотришь? Я дам тебе 10 секунд. 9. Нет, 8. Нет. 7. Не надо! Сэм! Нет. Черт! Yeah.
Твоя игра получается очень хорошо. О, столько работы, чтобы найти корень твоих страхов, а ты используешь это знание во зло. Твой великий страх того, что мертво. Ты обратил его против людей, которых тебе просто хотелось помучить. Оно того стоило.